Воскресенье, 10 сентября. Самара отмечает свой 431 день рождения. Расскажу подробно о том, куда можно будет сходить и на что посмотреть. В этот день на набережной пройдет акция «Военная служба по контракту. Твой выбор». В 12:00 начнется авиашоу и откроются выставки современного вооружения и техники. В небо над Волгой поднимется авиация ЦСКА ВВС Самары. После их красочного выступления в Волжской акватории состоится парад судов ЦСКА ВВС и МЧС России. Завершат воздушную программу полеты авиационных групп военно-космических сил Министерства обороны России. На площадке у бассейна ЦСКА ВВС подготовлена программа «Самара спортивная». В 12 часов начнется регистрация супертурнира по настольному футболу для всех желающих. Начало турнира в 15:00. На сцене выступят спортивные коллективы и «Задумка». На спортивной площадке в течение дня можно будет пообщаться и получить автографы послов Самары как города-организатора чемпионата мира по футболу Сергея Войтенко, Олега Кононенко, Анастасии Мыскиной и Евгения Савина. В районе Чкаловского спуска развернется площадка «Молодая сцена». Концерты ведущих танцевальных и музыкальных коллективов города. В 16:00 здесь начнется КВН-марафон. Выступление лучших команд КВН Самарской области. Разминка с набережной. Розыгрыши призов и подарков. На Маяковском спуске в полдень Самарский университет начнет фестиваль науки. Интерактивные выставки, мастер-классы по робототехнике и научные шоу, в которых можно будет принять участие. Центральная сцена в этот раз будет установлена у памятника князю Григорию Засекину. Здесь с часу дня начнется дневная программа праздника. Выступление популярных российских артистов Андрея Державина и Сергея Маховикова. С 18:00 программу продолжит концерт известных самарских артистов. На сцену выйдут Юлия Денисова, Аркадий Соловейчик, Сергей Войтенко, группа «Автоклуб» и группа «Старый Третий». В 21:00 начнется выступление хедлайнера группы «Дискотека Авария». Ну а в 10 вечера небо над Волгой раскрасит праздничный фейерверк. Таким будет день рождения любимого города. Хорошего вам настроения, ведь погода обещает солнечную.